Итак, наш город для посещения сегодня Вупперталь. Это у них такое метро. Метро или электричка, не знаю даже как назвать. Она вот ездит по верху. У нее, то есть, рельсы сверху. И вот мы очень хотим прокатиться, но пока еще не знаем, где же нам найти остановку. Вот такой небольшой остановка. Там еще один. Вупперталь известен прежде всего своей подвесной дорогой, которая является монорельсовой подвесной системой на эстакадах и выполняет функцию метрополитена. Запущена эта система в эксплуатацию была более 100 лет назад и считается старейшим действующим подвесным метро в мире. При поездке по ней из окна вагона открывается изумительный вид окрестностей Вупперталя. В городе есть удивительный символ – слоненок туфли. Он тесно связан с уникальным видом транспорта – швейбебаном или парящим трамваем. Прекрасным летним солнечным днем, июльским, в 1950 году, директор цирка как-то решил прокатить по этой дороге в качестве рекламы слоненка туфли. Однако слон при поездке в вагоне испугался и пробил стену вагона и выпал в реку с 12-метровой высоты. Ему несказанно повезло, он не получил никаких серьезных ранений. К счастью, наш парашютист отделался только переломом одной лапы. А с тех пор этот слоненок стал одним из символов города. И ему даже поставили скульптурный памятник. А еще в Вупперталь появились молочные продукты с именем Туфи. А уж сколько здесь рисунков и фотографий можно встретить. Общая длина дороги почти 14 километров. И большая часть проходит над рекой Вуппер. Отсюда и название города Вупперталь. Это небольшой городок с населением примерно 350 тысяч жителей. Подчиняется город административному округу Дюссельдорфа и находится от него буквально в получасе езды. Ну а наша с вами поездка на сегодня подходит к концу. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео. Делитесь другими интересными местами в комментариях. Пока-пока!